сделать более так, ну, насыщеннее, поярче. Надеюсь, удержится. Так, какое бы вы хотели сделать растение, которое вам не хватает в жизни, например? Так, кто там у нас есть? Кому что не хватает? Я даже не знаю ничего у вас толком, но вот... Я бы сделал такое растение, которое замедляет время, и ты можешь больше успеть. Вот оно. Вот оно растет. Вот оно, на грядках. Съедаешь его, все. Время замедляется. Ну там, от нескольких минут до нескольких часов можно буквально. Можешь просто поспать в это время, можешь там что-нибудь полезное сделать. Но только не во вред людям или живым существам. Не подглядывать там ничего, просто. Потому что глаз этого ксардоса все видит. Здесь пускай вода будет. Давай помянем старину. Какое еще сделать растение? Растение, которое... которое, например... Я бы лично хотел, просто тебя чувствуешь такое расслабление, окружение видишь, сердце спокойное. И ты чувствуешь себя просто комфортно, спокойно, легко. Вообще комфортно просто. Тебе плевать, хоть тебя там 1000 человек вокруг окружили и обзывают всякими словами, там даже кидают камень, все, тебе просто плевать. Ты спокойно рисуешь и все. Вот это вот я хотел. Так. Хотя и без этого. Короче, вот. Сделаем грядку. Для этого растения. Вот грядка. Короче, смотрите, если на вас кто-то орет там. Что-то не понимаю. Начальник, начальница. Психологинесса. Орет на вас. Вот грядка. Смотрите, уже темно на улице. А, еще, кстати, благодаря тому вот этому растению вы можете замедлять время, и светло будет оставаться намного дольше, свет. Вы больше успеете в жизни сделать. Вы можете просто отдыхать спокойно там, что угодно делать, но только не вредить окружающим. Короче, грядка, каким цветом сделать? Сейчас отойду, вы подумаете, каким цветом сделать. Хотя у меня не стрим даже, я на паузу сейчас. Короче, я забыл, о чем я хотел там сделать эту грядку. В общем, давайте сделаем, например, ну такую глупую идею. Типа, человек, который вот это растение съедает, или зелье делает из него, то он просто становится расслабленным, таким, знаешь, эмпатия компанейским. Он просто нормально общается, по-доброму с людьми не подкалывает, беззлобный становится. Ну, то есть как Иисус. То есть растение Иисус называется. Jesus. Давайте сделаем его, это растение. Так, тут плохо видно. Хочу его специальным этим поливают, оранжевым. Ну, раствором, удобрением, ну, чтобы оно, типа, от грызунов там. Короче, растение под названием Jesus. Jesus Love. Любовь Христа. Вот, даже смотри. Вот. Любовь Христа. Любой злой человек становится добрым, если он это выпьет. На
Причем если он это накапливающееся имеет действие, если он много выпьет, он будет вообще очень добрым. Просто по-доброму становится человеком настоящим, вот как Иисус, добрый. Если он шел там, например, что-то плохое сделать, то он пойдет и сделает добро. Просто чувствует себя хорошо и желает людям добра делать, делится, помогает как кошкам, котам там бездомным, помогает пьяным не замерзнуть, помогает там вообще слабым и все такое. Просто вообще добрый человек, он против антивоенные плакаты рисует постоянно, точнее эти граффити. Давай за жизнь, давай за нас. Надо здесь нарисовать, чтобы защита была от всяких овец там и прочего, которые гуляют. Скоро комиссия этого Навального к Сардусу завалится, проверять будут, что он там делает. Так что, смотри там, Сардус. Готовься. Не все так просто. Хрени себе. Котики. Так, здесь нарисуем кого. Ой, блин, не знаю. Получится просто какой-нибудь человечка. Фермера, может, нарисуем. Так. Что здесь нарисовать? Здесь таверна вообще. На самом деле не люблю все эти таверны. Вот. Просто я не знаю. Ну это не та... Ну да, это таверна, потому что тут нарисован знак, значок такой. Короче, не знаю, что нарисовать еще, ребят. Уже темно. Давай за жизнь, давай за нас и за друзей, и за спецназ. Улица зеленого. Зеленый край. Давай помянем старину. Иксардас, давай. С нами из-за туси. Короче, я нарисовал несколько разных тут полей. Воду два, две. Здесь тоже вода, здесь как бы такой островок идет. Ну или здесь речка такая идет, может быть. А здесь тоже. Там дальше уходит. Вдаль, небо. Корабль вон там плывет, точнее идет, хотя я не люблю корабли, конечно, не знаю, понравится вам, нет, снимаю на телефон Lenovo 2015 года, который
который уже сколько раз под водой побывал, под ливнем побывал, под затопом в Москве побывал. Сколько раз падал, ломался, на морозе, где угодно, на жаре побывал. Как хотите, оценивайте, короче. Можете вообще описаться, что я ничего не стал, как никто. Можете подписаться на этого, на Ежи Сармата, Убер Магинала, Толяна. Видите, сколько у него денег тут дофига несет. Только он не может нанести, потому что у него подтянуться 12 раз не может, как я. Человечка нарисую, хотя уже не видно нифига. Здесь, короче, еще грядки нарисую тоже с разными растениями. Здесь человечек, который пропалывает. Короче, он засеивает здесь, а нет, он... Короче, фиг знает, что делает здесь. Вырабатывает. Давай помянем старину. Все, короче, вот такой примитивный рисунок получился на примитивный фотоаппарат. Ой, на примитивный телефон. Если хотите, если вы донатите вот этим ребятам, то задонатите мне лучше на хоть на материал рисования, хоть на телефон, на фотоаппарат какой-нибудь, чуть-чуть, который получше рисует. У меня есть немножко денег. Я добавлю, куплю нормальный фотоаппарат, буду снимать каждый день. Ведь я, смотрите, на телефон, на вот такой вот конструкции. Нормальная конструкция, снимаю каждый день, рисую. Смотрите, сколько у меня рисунков. Если вы загоняете меня, то вы не будете смотреть, как Толян или еще какой-нибудь блогер просто пьет пиво, бухает, там губки красит, еще что-то. А вы будете смотреть создание картин в хорошем качестве. Короче, ребят, это был я. Художник Александр Аленин, Тихон Мышкин. Вот видите, я выпил немножко, и у меня, ну, выпил немножко, нормально так, и у меня спокойное состояние, такой философский грустный. Причем нарисовал нормальный рисунок, ну такой, точнее, по моим меркам, то есть. Я не умею рисовать, а так чуть-чуть нарисовал, как смог. Смотрите, ребята, девчата, если вы хотите себе мужа, девчата, если вы хотите себе мужа, который, напившись, будет спокойным, добрым и любвеобильным, то выбирайте меня. Если вы хотите мужа, который будет буянить, поднимать руку и всякую, и вообще там идти на блядки, то выбирайте любого из клуба, куда вы ходите. Если вы хотите, чтобы у вас ваших детей было, ну, зрение у меня не приобрет, ну, не генетически, а приобретенное. Смотрите, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был склонен к творчеству, ну, обладал образом мышления, пожалуйста, я буду просто не могу рисовать, он будет видеть, повторять. Если вы хотите, чтобы у вашего ребенка были уши маленькие, такие вот, у меня там зубы идеально здоровые, даже после кофе белые, офигенная борода росла, если это парень, там, не знаю, волосы офигенно, офигенно быстро росли и густые очень. Если это девушка, ей это полезно. Рост нормальный,
телосложение не как жир, то есть для девочки родиться просто идеально. Руки он, ну если девочка родится идеально, то руки как у музыканта будут. Что еще сказать? Короче, смотрите, выбирайте себе либо банкира, капиталиста, у которого есть деньги, но который мелкий, такой хитренький, такой мерзенький. Либо выбирайте художника, никому не нужного. Ладно, короче, я пошутил. Никого не надо меня убирать. Это просто глупость. Я от природы не курю, не пью, только стал пить, вот, чтобы ради эксперимента проверить. Нужен ли вам такой муж? Если вы хотите, чтобы у вас была крепкая семья и отец воспитывал, отец там помогал, там воспитывал ребенка. Ну я найду работу, в принципе, или не знаю, с работой действительно проблема у меня. А, еще потенция офигенная, кстати. Ну я сейчас пьяный, я имею право это говорить. Короче, возьмите статистику потенции по странам мира, по России, сколько раз там они в день занимаются. И умножьте на в 10 раз больше, короче. Это вот моя потенция. То есть я могу вам, если ты девушка, я могу с тобой 10 раз в день заниматься любовью. Ой, 10 раз за ночь там. Ну или в день. Не, да хоть бесконечно, короче. Пока ты, короче, не уйдешь от меня и не сбежишь там. Ну или пока не скажешь, все, хватит там. Еще я люблю целовать с ног до головы, с головы до ног, вставляя засосы там. И здесь вот шею всю лизать, там, от уха до плеча, там, вообще, короче, всю лизать и целовать. Ну, я пьяный, я не имею права такое говорить. Короче, вот это для девчонок. Для девиз. Там что еще там? На скрипку закончил. То есть ребенок будет склонен к творчеству, к музыкальному слуху, там всему прочему. Повредили меня в роддоме. Если бы не повредили, я был нормальным человеком. Поскольку меня повредили, и мать не кормила молоком грудным. Меня серьезно там чуть не убили. Закололи антибиотиками, держали в барокамере и в одиночестве, в одиночной камере, можно сказать. Вытаскивали щипцами за голову, повредили шейный отдел позвоночника. Поэтому я такой дурак, и все такое идиот, и дурак там, и все такое я. Ну, ничтожество я. Но когда я, допустим, если ты, девушка, хочешь создать семью со мной, то мы позаботимся о том, чтобы наших детей скармливали грудным молоком. Если не ты, то найдем другую, заплатим. И он, его не будут прокалывать антибиотиками, потому что он будет, ну, как получит иммунитет. Он будет доношен, потому что я, ну, потому что, ну, потому что я, в принципе, постараюсь сделать все, чтобы тебя ничем не расстраивать там. Найду постоянную работу какую-нибудь, откуда меня не уволят. Если даже уволят, я тебе не скажу, ты не расстроишься. Ты нормально выносишь ребенка просто. Я буду тебя обнимать, целовать каждый день и все. И родится нормальный ребенок, и его не будут держать в аквариуме без воды, и не трогать, не прикасаться, не говорить, не разговаривать. В одиночной абсолютно камере изолированы долгое время, и не будут колоть антибиотиками. То есть вырастет нормальный. Если девочка, то вырастет очень красивой. Если парень вырастет с офигенной бородой, там, ну, волосами, волосы только посидеют, они густые волосы посидеют, они выпадут, короче. Что еще сказать?
ни капли жира, телосложение очень такое легкое. Если девочка родится, идеально будет. Короче, смотри, выбирай. Ну, из минусов то, что я... У меня гипотония, я тяжело поднимаюсь по утрам. Ноги просто тяжело, руки вообще. Еле поднимаюсь, еле прихожу в себя, там, пью кофе. Одну чайную ложку кофе, ну, заливаю водой и молоком. Пиваю, нормально становится. Потом твои дети не будут ни курить, ни пить, потому что если ты не куришь, не пьешь с собой, то и я тоже. Короче, а то, что я сейчас пью, это чисто просто через силу ради эксперимента. Показать вам, что я, если выпью, например, моя душа обнажается, и я становлюсь только более добрым, спокойным, менее агрессивным, там, ну, то есть вообще нормально себя чувствую. Никаких там психических расстройств у меня не проявляется. Вот что интересно. Там что еще сказать? Я буду мыть посуду и готовить, потому что я мужчина. Ты девушка. Мужчина должен все делать по дому, да? Такое сейчас время. Короче, ладно, все.